Всем здравствуйте! Долгое время единственный наследник Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, Василий, встречался с девушкой по имени Дарья. В июле прошлого года ребята сыграли свадьбу, но этот брак не стал долгим. Буквально в середине июня стало известно, что Василий и Дарья расстались. По всей видимости, причиной тому стало новое любовное увлечение парня. Теперь наследник артистов встречается с 19-летней танцовщицей и мастером по бровям по имени Лера. Даша бурно отреагировала на роман бывшего и прошлась по его пассии. «Ребят, вы что, реально развелись?» «Простите, но как можно было такую шикарную, породистую девушку променять на эту малолетку-бровистку? Кошмар!» Столь эмоционально посетовала она в социальной сети. Сам Василий и его избранница предпочитают не комментировать перемены в личной жизни и недовольство Дарьи. Ребята наслаждаются друг другом и делятся с подписчиками романтичными кадрами. А вот звездная мама парня несколько расстроена тем, что его брак оказался недолгим. Наталья Сенчукова подчеркнула, Василий с женой развелись давно. Лишь после этого он завел новые отношения. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.